Добрый день. Представляет такой профессиональный пылесос для домашнего и автомобильного использования. Марка Сиути ST6645. Профессиональный. Смотрим комплектацию. Находится в такой коробочке. Удобный. Инструкция английско-китайская, что идет в комплектацию. Сам пылесос. Вот так вот выглядит. Удобный, не тяжелый, легко работать. В любое место можно залезть абсолютно. Так, о нем чуть позже. Смотрим, что у нас есть в комплектации. В комплектации идет провод для зарядного устройства. Он идет с индикатором. Здесь внутри есть лампочка. Когда вы включаете, загорается красный свет. То есть он идет зарядка. Когда он зарядился, загорается здесь зеленый свет. В общем, мы отключаем спокойненько и все. К розетке подключается через любой адаптер телефона. В комплектацию он не идет. Эта часть втыкается в пылесос. В пылесос. У пылесоса есть здесь для этого дырочка. Закрыта специальной резиновой крышечкой. Так, с этим разобрались. Что у нас здесь еще есть? Насадка. Насадка первая. Щелевая. Подключаем. Вставляем сюда. И можно в любые щели им залазить. Удобно маневрировать. Удобно в любую дырочку залезть. Если нужно почистить какой-то материал или просто вычистить что-то, пожалуйста. Еще одну насадку одеваем. Вот такого она типа. И пользуемся. Что есть у нас еще? У нас этот пылесос является как пылесосом, который собирает грязь и пыль, так является функцией выдува. Сейчас я вам объясню. Чтобы пользоваться выдувом, мы снимаем эту часть, заднюю часть. Подключаем. Все. Мы можем пользоваться выдувом. Если нужно в какую-то щелку залезть, где мы не можем в этом месте пропылесосить, мы можем оттуда выдуть. То есть это место может быть и дефлекторы, и подстаканники, которые у нас есть в машинах, где не можно залезть, нужно выдуть, вычистить. Что у нас есть еще? Допустим, вставляем щеточку. Пожалуйста, можно выдуть любой угол, где только угодно. Какие есть у нас еще насадки? Убираем эту насадку. Есть насадка вот такая. Можем ее сюда одеть. Мне кажется, можно даже эта насадка, я не пробовал, но, наверное, можно еще и шарики надавать, потому что мощность у него хорошая. Можно сюда, если нужно, втыкать. Также и такая вот насадка. Хоть вперед ее втыкаем, но мы отсюда не засасываем, потому что у нас фильтра нет. Либо вот отсюда вот мы ее втыкаем. И тоже можно что-то выдувать. Самыми полезными из этих насадок, я считаю, конечно же, вот такая, вот эти вот полезные. Да, в принципе, все они полезны, о чем тут говорить. Как он разбирается? Вот вы видите пазы. Повернули, сняли, положили. Здесь что у нас? Фильтр моющийся. Сняли. Фильтр моется. Можно помыть. Этот можно высыпать. Вставили на место обратно. Подключили. Вставили. Раз, щелкнули, готово. Давайте включу, теперь послушайте, как он шумит. Зажимаем кнопку старта. Первая скорость. Теперь включаем вторую скорость. Вот это мощь. Ну, это все. Хорошо, хорошо. Ну, легко. Что у нас? Вот это? Вот это возьмем. Вот это? И это возьмем. Без проблем. Вот, пожалуйста. Легко.
Теперь я вам сейчас покажу, как он выдувает, насколько сильно. А выдувает он, ой-ой-ой, как хорошо. Наденем такую насадку. Сюда подключаем, здесь есть пазики, и здесь. Раз, включаем первую скорость. Вторая скорость. Вот это, друзья, мощь. У меня пылесос есть дома. Называется еще старая фирма Vitec. Ну, конечно, он и рядом не лежал с таким пылесосом. Таким профессиональным пылесосом очень кайфово работать. Я вам скажу, даже не столько в машине, сколько его можно использовать в домашних условиях. К примеру, я не знаю, около окон, там, где вы обычным пылесосом не подлезете, или на какой-то высоте, на шкафу, да везде, где угодно, пожалуйста, мощь. Всем спасибо за просмотр.